Всем привет, меня зовут Руденко Ярослав, я коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу от команды «Стрела». Сегодня мы находимся в зале ЦСР Коста, и я покажу несколько техник, которые я использую в России, и в частности, которые иногда получаются здесь при работе, скажем так, и тренировках в этих группах. Давай заново. Собственно говоря, сама техника будет исполняться из положения 50 на 50. Мы оказываемся в обоюдоодинаковом положении, то есть ни я не лежу, ни напарник не лежит. И, скажем так, мы оба, скажем так, сидим и боремся за захват. Первое, на что я акцентирую внимание при работе с этой техникой, это то, что я должен положить плечо соперника на землю. То есть я прихватываю захват, срываю его, и дальше моя задача как бы немножко накатить в левую сторону и положить человека на его правый бок. Соответственно, если я не буду придерживать этот рукав, а, допустим, отпущу его, человек просто встанет заново, и мы вернемся в то положение, с которого начинали. Именно поэтому после того, как я положил оппонента на правое плечо, я стараюсь продолжать держать его за рукав, и при этом свою левую стопу, это очень важный момент, я кладу оппоненту на локтевой сгиб. Далее, при этом продолжая какое-то время держать его за отворот. Следующее, с чем я начинаю бороться, это колено соперника. Мне нужно его немножко отодвинуть, немножко отфреймить. Именно поэтому я отпускаю спустя какое-то время захват за правый отворот, локоть убираю внутрь и проталкиваю это колено чуть-чуть от себя. Моя задача немножко его отодвинуть для того, чтобы у меня впоследствии появился небольшой крутящий момент, с помощью которого я заберу спину. Дальше. Рука остается свободной. Я вытаскиваю правую стопу из-под напарника, кладу ее как можно дальше от себя, прихватываю за отворот. И теперь, очень важный момент, я не должен руку вытащить и поставить над его ногой. То есть она должна все еще быть под его, скажем так, коленом. Как только я вытащил эту руку, я начинаю, скажем так, таким тяговым движением на себя вытягивать его и его корпус. И при этом я перехожу не на рычаг, а сразу на спину. Вытянул на себя, скрестил ноги сзади. Все это очень важный момент. Я взял крюк, с помощью которого я могу его контролировать. Дальше я отпускаю левую руку, прихватываю с другой стороны за отворот. И дальше, чтобы получить баллы, мне нужно избавиться от этой ноги. Я начинаю переворачиваться на левую сторону. Перевернулся, заправил крюк и заново ушел на правую сторону. Вот такая вот позиция, вот такой вот выход за спину. Следующая техника будет выполнена из положения, когда верхний проходит гард не слайдом, и вы успеваете поймать его на рычаг локтя. Следующий вариант – это когда мы делаем биринбола и не получается забрать спину из-за действий соперника, и мы выходим в сайд-контроль. Мы оказываемся в дабл-пуле, либо после того, как мы свипанули соперника из деларивы, либо так случилось в самом начале схватки, мы заправляем хук, правой рукой прихватываем его за отворот, левой рукой контролируем пятку соперника, правой ногой упираемся и отталкиваем его дальнюю ногу, и теперь начинаем закручиваться на биринбола. Закрутились. Отсюда очень часто люди выходят либо на твистер-хук, либо в крабрайт и так далее. Но в данном случае мы понимаем, что действия соперника будут не позволять нам это сделать. Именно поэтому мы чуть-чуть двумя ногами приподнимаем правую ногу соперника. Левой стопой я начинаю опираться ему в икру. И просто чуть-чуть раскачавши, я выталкиваю обе ноги вперед, а сам при этом ухожу в черепаху.
как только я ушел в это положение, все, что нам нужно сделать, это не отпустить захват правой рукой за отворот. То есть вот этот захват, который я здесь держу, он крайне важен, потому что как только мы перейдем в сайд-контроль, он не будет давать сопернику шансов выйти из-под нас. Потому что если соперник пойдет в сторону от нас, мы заберем его спину. Если соперник решит пойти к нам, это только уплотнит наш сайд-контроль. Именно поэтому захват правой рукой стоит держать до самого последнего момента. Сейчас я отдельно вам покажу захват, про который я говорил в самом начале этого видео. То есть вот, оказавшись в сайд-контроле, если мы захват правой рукой за отворот не отпускали с самого начала, то мы окажемся в положении, когда мы придерживаем соперника очень плотным захватом. И в какую бы сторону он ни пошел, мы всегда будем следовать за ним. Потому что если напарник примет решение пойти на нас, мы только уплотним наш сайд-контроль. Если вдруг он захочет уйти в сторону от нас, мы будем следовать за ним и забирать спину. Именно поэтому этот захват не стоит отпускать. Ведь если мы его с самого начала отпустим, давай сначала, вот именно этот захват. То есть мы, допустим, делаем, прокручиваемся и в какой-то момент решаем отпустить, мы никуда не попадем. Соперник просто отойдет от нас, либо выкатится. Следующая техника – это вариация берембола через бэксайд 50-50. Мы оказываемся в долариве, левой рукой мы прихватываем пятку напарника, правой рукой прихватываем его за отворот и теперь начинаем немножко его растаскивать. Правой ногой я выталкиваю его дальнюю ногу, правым крюком вытягиваю немножко на себя. Отсюда, как только я сделал его правую ногу легкой, я перехожу в X-Guard. Заново выталкиваю его и делаю опять же эту правую ногу легкой. Теперь левой рукой я беру андерхук и отпускаю захват за правый отворот. Подкручиваюсь, вставляю правую ногу под его дальнюю, прихватываю за пояс, либо за штанину, если правила это позволяют, и дальше начинаю вытягивать на себя. При этом продолжая фиксировать ближнюю к себе ногу, чтобы была возможность его контролировать. Как только я это сделал, я закручиваюсь под эту ногу, продолжая ее придерживать, подтягиваю его к себе, X-хуком продолжаю держать, чуть-чуть выталкиваю и заправляю отсюда уже твистер-хук и выталкиваю от себя. Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro. Tamanho não é documento. Eu digo sem constrangimento. Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro. Sou pequeno por fora, mas grande por dentro. Que há? Tamanho não é documento. Eu digo sem constrangimento. В целом, сейчас экспромтом немножко расскажу про то, что оказалось довольно важным не только для легковесов, но и для всех тех, кто хочет выступать на высоком уровне, и то, чему здесь уделяют очень большое внимание. Это дабл-пул. Скажем так, это не просто позиция, когда оба хотят упасть на жопу и работать из гарда. Это, по некоторым правилам, возможность заработать дополнительные очки, потому что если вы знаете, что ваш соперник будет садиться, вы точно хотите проходить гард, и при этом вы не даблпулите с ним, чтобы заработать адвантаж или один балл по AGP, то это крайне плохо. Нужно обязательно брать это к себе на вооружение, нужно обязательно даблпулить вместе с тем, кто пулит гард, и вы заранее об этом знаете, и получать дополнительные баллы, которые могут вам пригодиться и которые, скорее всего, точно вам пригодятся. Плюс до поездки сюда я думал, что я умею неплохо пулить, но это оказалось не так. На самом деле, ребята здесь, которые тренируются, пулят намного быстрее, намного четче, и они пулят сразу
те позиции и в те захваты, которые им кажутся наиболее удобными для их последующей борьбы. Именно поэтому нужно обязательно отрабатывать пулгарда и обязательно нужно отрабатывать именно дабл-пул, то есть чтобы ваш соперник тоже пулил, потому что с этих положений можно сделать очень много специфической отработки, то есть, допустим, дабл-пул, один встает, начинает проходить гард, и с этого положения вы боретесь, потом вы меняетесь. Это очень сильно будет помогать вашей борьбе. Ну и, в принципе, позиционная борьба, здесь ей уделяется очень большое время, и, скажем так, она очень помогает отрабатывать какие-то нюансы, которые помогут вам в борьбе. Вот, к примеру, ситуация, которая произошла с моей схваткой на турнире AGP Grand Slam. Я очень неправильно запулил, взял не те захваты. И как пример, вот мы сейчас покажем, что может произойти в случае, если вы при дабл-пуле берете неправильные захваты, и соперник просто быстро на это реагируя, начинает вас проходить. То есть из ошибок здесь было то, что у меня не было ни одного крюка ногой, то, что у меня были слабые захваты руками, то есть, если вы обратили внимание, правой рукой я практически не держал отворот напарника и в целом никак не контринуцировал. То есть у меня не было какой-то попытки сразу атаковать, то есть меня сразу, грубо говоря, на моем же действии начали проходить. Именно поэтому эту позицию стоит отрабатывать, как мне кажется, и, соответственно, чтобы в будущем, когда вы попадали в такие ситуации, вы пулили в то положение, которое вам хочется и с которого вы сможете продолжить атаку. Теперь я покажу, как в принципе можно обыграть позицию дабл-пула так, чтобы вы сразу оказались в тех захватах, которые вам хочется. Но опять же, это конкретно позиция под меня, то есть те захваты, которые я сейчас выберу. Если вам нравится, допустим, Делариво, вы можете чуть по-другому дабл-пулить. Если вам нравится, допустим, другой захват руками и ногами, можете взять по-другому. Конкретно в моем случае мне нравится именно вот эта позиция, и, скажем так, в будущем я буду отрабатывать дабл-пул именно с этими захватами. То есть в данном случае у верхнего уже нет такой возможности, такого пространства, чтобы проходить не слайдом, потому что в первую очередь я упираюсь ногой в его правую руку, в вторую очередь я вставил правую ногу под его атакующую, то есть под тоже правую, и не даю ему никак продолжать проходить ни слайдом. И в любой момент я могу выбирать для себя необходимую дистанцию. Могу чуть поближе подвести, чуть подальше, могу спокойно перейти на другой гард, вытолкнуть и так далее. То есть у меня в этом плане полная свобода действий, но опять же, это вариация, которая удобна мне и нравится конкретно, скажем так, под мой стиль борьбы. Вы можете запулить немножко по-другому. Вы можете запулить, как только ваш соперник встает, сразу, к примеру, в Делариво. Если вы любите отсюда бороться и уже отсюда выбирать какие-то свипы, которые вам нравятся. Вы можете запулить сразу, к примеру, как только видите, что соперник начинает вставать, сразу в закрытый гард или сразу в хавгард. Вариаций много, все зависит от именно вашего стиля борьбы. Поэтому в любом случае не забывайте это отрабатывать, потому что в схватках может произойти все, что угодно. Соперник может оказаться быстрым, соперник может быть на шаг впереди вас и просто, скажем так, в какой-то момент чуть-чуть быстрее среагировать. И очень важно иметь, скажем так, захват всегда готовым. То есть вот вы начали схватку, вы заранее понимаете, какие захваты вы будете брать, и в момент дабл-пула, когда ваш соперник встает, вы просто сразу же берете их, чтобы не допустить ситуации, которая произошла, как, к примеру, у меня в схватке на гранд-слэме. Техники, которые мне не пригодились, такой довольно интересный вопрос поступил от Миши. Все крайне просто. Проходы гарда. Не потому, что здесь нет смысла проходить гард или что-то в этом роде, а лишь по той причине, что мои проходы гарда крайне, скажем так, на низком уровне для этого зала, и они просто неэффективны. То есть я бы дал небольшой совет всем тем, кто начинает заниматься джиу-джитсу, подросткам и тем, кто выбирает определенный стиль, который ему нравится, в котором он будет бороться дальше. То есть это одна из основных ошибок, которые я там допускал, когда был синим пурпурным поясом. Я, в принципе, не вставал на свипах, я не проходил гард. И это приводит к тому, что, попадая в хорошие залы, вы видите то, что гард-плееры, они еще и очень хорошие гард-пассеры. То есть любой хороший гард, хороший гард-плеер обязан еще и уметь проходить хорошие гарды. И вот это было для меня откровением.
Ну и именно поэтому мои проходы гарда условно оказались бесполезными здесь, потому что они на очень низком уровне, что я, конечно же, буду исправлять по приезду в Россию, но что есть, то есть. Мы с Хавом пришли в музей футбола. Ты любишь футбол? И я нет. Но мы пришли. Музей расположен в каком-то здании, которое, видать, было здесь бывшим стадионом. Поскольку на английский не переведено ровным счетом ни хрена, мы не очень понимаем, что мы смотрим, но очень тщательно разглядываем.